Здравствуйте, это канал Максима Цзи, и мы продолжаем играть в когда соседа на Nintendo DS. Короче, сегодня у нас начинаем, мы будем сегодня с уровня LiveBot. Короче говоря, здесь уровни, кстати, разблокируются по тому же принципу, что и в оригинальном этом, ой, не в оригинальном, а это в консольных версиях на Xbox GameCube. То есть там после прохождения Water Sky, ну там определенное количество монет, когда набираешь, открывается следующая пачка из 6 уровней, и там, короче, последний из них это LiveBot. Вот Harpoon прошли здесь, вот, и мы, у нас открылся LiveBot. В консольной версии 5 уровней из первой части и LiveBot все среди них. А тут, поскольку уровней из первой части нет, просто LiveBot. Ну и вот после него уже открывается там следующая пачка уровней из 6. Вот их как раз таки 6. И значит, после этого, после прохождения уровня LiveBot откроются все остальные уровни. Но мы будем проходить все по очереди, естественно. Поехали, LiveBot. Когда мы на стриме эту игру проходили, мы знатно прям там запарились. В попытке достать из мамашной сумочки предметы. Ну и, как вы видите, действительно, что это... Предыдущий уровень был на корабле, и тут сразу следующий уровень тоже на корабле. В когда соседа 2 оригинальном на ПК этот уровень после Индии должен быть. А тут вон оно как. Ну, все как в консольной версии, собираем все предметы. Из маминой из мамашной сумочки достать предметы не так-то просто будет. Так, одну секундочку. Тут друг один, короче, пишет. Если я ему сейчас не отвечу, он мне позвонит и помешает мне. Я ему сейчас скажу, что я записываю видео. Здорово, сейчас я тут записываю видео, так что я тебе отвечаю. Ты сейчас, чтобы ты мне потом не звонил. Вот так вот. Короче. Давайте немного ускорим. Вот так сделаем, чтобы мамаша быстрее проснул. Я немножко поднаучился, как вы знаете, если предыдущую серию смотрели. Эту мини-игру правильно проходить, где надо шарик через лабиринт проводить. Так что здесь, я думаю, мы так сильно париться не будем уже. Колбаску. Да, и начиная с этого уровня, лабиринт стал другим. Он стал посложнее. Хорошо, с первого раза взять получилось. Хорошо подучился, я имел в виду. Так, начнем отсюда. А на стриме там и мы с этой игрой просто, с этой мини-игрой, ну просто мучились, сидели. Вернее, я мучился, а вы смотрели, как я мучился. Ну, сейчас я подучился проходить ее более-менее правильно.
Ну, естественно, он там поставит сейчас все назад. А мы пройдем спокойно туда и будем делать пакости там. Во-первых, вот это. Во-вторых, вот это. Во-вторых, в-третьих, вот это. В-четвертых, вот это. Ну и вроде все пакости мы сделали. Давай, иди, сосед. Отведай самых вкусных в мире зеленых конфет. Кстати, есть. Кстати, я тут кое-что заметил. Обычно, когда камера вот переключается на фокс-сета, проценты сна какого-либо персонажа, ну, мамаши в нашем случае, они останавливаются, а в этом случае. А сейчас что-то не остановились. Ну и последняя на сегодня пакость. Ну, не на сегодня, а на этом уровне, в смысле. Так, ну и вот, как видите, открылись все оставшиеся уровни. И дальше у нас Индия идет, Болливуд. Болливуд. Кстати, предыдущий уровень стал первым в этой игре уровнем, на котором мамаша соседа появляется, собственно. Я что-то про этот нюанс забыл немного. Давай грузись быстрее. Так, опять у нас лабиринт. Надо шарик чуть-чуть дальше него подталкивать, тогда он быстрее движется здесь. Блин, твою ж мать. Отлично.
Ну, пружинку, естественно, берем. И ежа морского, конечно же. Ой, да и не это. Ну давай уже быстрее. Дай диски, Вадь, бери, блин. Так, ну, естественно, пружинку по традиции кладем туда. По традиции также виски даем бармену и хватаем ведерко скорее. И наполняем его по той же традиции водой. Но пока слону не даем его. А вот краба можно уже, в принципе, прямо сейчас положить. И второго достать. Что-то кончик, кстати, конец этот щипцов что-то отрезан немного. Сидеть и ждать придется. Так, поехали. Ой, звук-то какой коричневый, ё-моё. Это ж ужасно вообще. Давай, давай быстрее уже, я надоело ждать мне. Я думаю, мы успеем и пружину поставить тоже без проблем. Все, все сделано наконец-то, остается только наблюдать. Так.
Пока сосед идет, можно полюбоваться на это супер-мега-пиксельное солнышко, которое пиксельно ослепляет пальму. Отлично, у нас все идет на перфект, прекрасно. Далее у нас Elevation уровень называется. Проходящий на локации Taj Mahal, который, как я уже говорил, нифига это не Taj Mahal. О, господи, какие глаза-то жуткие из этой норы прямо, здоровенные. Ой-ой. О, как я успел, а? Чё-то я сам обалдел аж немного. Чё-то я не ожидал, что он так быстро сюда придет. Ну ладно. Ну, извините. Какой же я аллергик все-таки, а? В мае цветет, в мае березы цветут, в середине июля сорняки цветут. Ну не с середины, с конца где-то и до сих пор. Ну что так долго? Быстрее давай. Ладно, в следующий раз будем брать. Так, берем. Пока. Не утащила змея мышь ту за собой. Сейчас возьмем еще одну мышь и пакостить начнем. Начнем пакостить, пожалуй, отсюда. Давай, быстрее же, ёб.
Шарик берем. До сих пор, кстати, не понимаю, как от дудочки эта фигня взлетает. Как достать соседа, это частично все-таки сказка. Ну, хотя с другой стороны, но это на самом деле действительно сказка. Как достать соседа, это сказка. Потому что сосед бессмертный. И в реальной жизни он уже, да, он, я думаю, не дожил бы и до «Как достать соседа 2». От таких пакостей. Я вот, кстати, только что действительно задумался, рассказ это или... Ну как рассказ? Рассказом-то это нельзя назвать. Просто я вот вспомнил, в школе вот мы различали вот термины «рассказ» и «сказка». Рассказ это когда, ну то, что... То, что и по-настоящему там может произойти, там, что реально. А вот сказка это когда выдумки, которые в реальной жизни никак вообще реализованы быть не могут. Это невозможно, это все сказки. Сосед не успел, кстати, подняться на этой шняге. Ну да ладно. Это на перфект все равно. На перфект мы все равно пройдем. Но придется подождать немного побольше. Давай, давай, давай. Да, придется ждать, пока он сюда придет, блин. Я, кстати, сейчас что-то обратил внимание, что тут что-то написано здесь. Но не по-русски тут написано, я не понимаю. Я вообще не понимаю, на каком тут языке написано. Почерк такой, что даже не поймешь. Язык. Поехали. Ой, куда пошел, дебил, блин? Перепутал кнопку камеры с кнопкой ходьбы просто на цыпочках.
Так, Мелунбра, последний на сегодня будет уровень, это у нас. И в консольной версии, когда мы ее проходили, мы тоже закончили на нем. А начали с лайфбот там тоже. То есть мы проходим по тому же принципу, что и консольную версию. Давай, давай, грузи, ты уже быстрее, а. Сачок какой пиксельный. Настолько пиксельный, что можно даже не сразу его увидеть, наверное. Какое супер-мега-пиксельное... Это, Господи, какое солнечное масло. Крем от загара, ё-моё. Чё, солнечное масло хотел сказать. Арбузы, которые так просто... А, это юз, применить, то есть... X у нас это какая кнопка? Короче, они тяжелые и не поднять. Так, берем биту. Ну и хватаем вот этот вот предмет. Так. С очком давайте. Достанем все, что там висит. И какого фига оно там вообще висит, кстати. Вот я задался вопросом. Ладно, не пойду пока туда. А пакостить можно и уже, в принципе, начинать. Так... Вот этим можно взять арбузы. Можно времени, можно просто зря не сидеть, а сразу сделать вот так. Но косточку пока класть не стоит. Тем более воду спустить воду еще надо. Слить. Я снова... Хватило глаза, вот это супер пиксельное солнце, которое пиксельным образом освещает пальму. Как я уже говорил, действительно, морской еж еще одного надо. Как я уже говорил, проблема основная, я бы сказал, этой игры в том, что ее делали не для DS-то, как бы. Может, ее вообще, ее скорее, ее, наверное, даже и не планировали под портативную консоль-то делать. Под DS-ку. И, ну, хотя, она, скорее всего, планировали, на самом деле, потому что он для PSP хотели тоже ее сделать, но да, эта версия отменена была. Да иди ты, чё встал-то?
Так, косточку теперь самое время класть. А там, кстати, кусочек там водицы остался. Какого-то фига. Это, мне кажется, не прикольно. В оригинальной и в консольной версии такого не было. О, какой коричневый звук, а? Этого момента нам надо подождать немного. Впрочем, мы можем так, чисто ради эксперимента, вот так вот подождать. Впрочем, нам не придется добывать осьминога заново, он просто выпрыгнет вот в этот океанчик. Кстати, тут какие-то немного черненькие точечки какие-то появились, это как-то немного странно. Он, короче, просто выпрыгнул сюда, и мы его можем взять отсюда. Отлично. Так, отлично, предлагаю на этом закончить. В следующей серии мы пройдем оставшиеся три уровня вот эти. Впрочем, как и в консольной версии, мы тоже самое делали. На сегодня закончим с вас, игрок подписался, с меня обычные видосы. Подписывайтесь на мой стримерский канал, на канал влоговый. Все ссылочки в описании, также вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.